хочу искренне поздравить всех евпаторийцев с Днем Великой Победы, пожелать крепчайшего здоровья. Мы подвиг наших дедов, которые подарили нам мир, жизнь, не забудем никогда. Это наш святой долг. С праздником всех! Сегодня вся страна отмечает Великий День Победы. Я искренне пожелаю всех ветеранов, всех военнослужащих, дружинников тела, и моих земляков и подарицев с этим великим днем мира, добра и благополучия всем и каждой семье. Праздновать как? Надо праздновать больше коллективом, с радостью, чтобы было красиво и радостно всем. Эта победа заслужена. Дай Бог всем здоровья и чистого неба. Дорогие евпаторийцы, поздравляем вас с праздником Дня Победы. Праздник, который со слезами на глазах. Но надеюсь, что в дальнейшем все уладится, чтобы был мир и здоровье у всех вас. Всем вам счастья, благополучия и успехов. Желаю. Победы! Здоровья вам, всего наилучшего! Да, праздник еще, это наши отцы, деды прошли. Мы сами эту войну тоже прошли. Афганскую, потом наш Крым, освобождение Крыма, извини меня. И потом на Донецк помогали братскому народу тоже. Вот награды уже полученные и за Афганистан, и уже за Крымскую. Всего всем здоровья, всем братьям, кто был со мной, служил, кто был везде и в Крыму прошел со мной. Я был и командиром Евпаторийской роты народного ополчения. Плюс у меня и мои бойцы были Донецк, Луганск, Сирия. Вот сейчас только пришли из Сирии, третий раз уже люди ходили. Всего всем, братья, всего-всего всем, здоровья самое главное. И всем отцы, деды, матери наши, бабы, всем привет, всем здоровья самое главное. Это больно.
погибло столько людей. И единственное, хотелось бы, чтобы слово «война» как такого стало, ну, неприменимым. Чтобы оно с лексикона нашего ушло, это слово, и не применялось. Вот все. Настроение хорошее. Всех с праздником. Честно. От души поздравляю всех с этим великим праздником, Днем Великой Победы над фашизмом. Желаю всем счастья, добра, успехов и богатства. Всего доброго. Я уважаю, у меня дед три войны прошел, польскую, финскую, отечественную. Белоруссию освободили, он на мине подорвался случайно. Вот, вот такой вот. Все воевали как бы, сам в армии служил. Ну вот, как бы, что вам еще сказать? Люблю, уважаю ветеранов. Вообще, все, я сюда и пришел на аппарат, потому что... Это праздник вообще самый лучший, считается, хороший. Всем поздравления даю ветеранам, кто вообще воевал везде, что в Афгане, что везде, по заграницам. Сам служил в Венгрии, так что вот такие вот. Что я еще могу сказать? Всем большие поздравления. Все, спасибо.